До 10 декабря продлены в Тверской области сроки проведения дополнительного конкурсного отбора по программе «Земский учитель». Она предполагает выплаты в размере 1 миллиона рублей педагогам, прибывшим на работу в муниципалитеты с населением до 50 тысяч человек. Решение было принято на заседании правительства Тверской области. В текущем году компенсацию по программе «Земский учитель» уже получат 9 человек, приехавших работать в школы Вышневолодского городского округа, Кашина, Кимр, Осташкова, Зубцова, Сележарова, поселка Новозавидовский Конаковского района, деревни Новоивановская в Кимрском районе. Это преподаватели русского языка, литературы, математики, химии, биологии, истории и физической культуры. При отборе получателей учитывается наличие соответствующего образования, готовность не менее 5 лет работать в школе, включенной в реестр образовательных организаций, ну и другие условия. Сегодня наша задача закрепить и молодые кадры, и тех учителей, которые хотят работать на селе и в сельской местности. И я уверен, что эти люди обладают высокими компетенциями. Но самое важное, что особенно для сельских школ, это не просто образование, это еще и воспитание. Потому что дети находятся много времени в школах. Я считаю, что это все полностью соответствует нашим стратегическим целям и задачам. Поэтому будем поддерживать учителей в сельской местности и врачей, потому что все это классический интеллигенции, плюс еще работники культуры, о которых мы тоже не забываем. И это последовательная работа, которая продолжается на территории Тверской области.